По благословению митрополита Екатеринодарского Кубанского Григория, в канун Дня памяти святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян, а также в год десятилетия Кубанской митрополии, отделом религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии совместно с руководством кинотеатра «Монитор СБС» была организована неделя православного кино. Владыка, отцы, братья, сестры, позвольте в самом начале пригласить всех нас начать это доброе дело недели православного кино с общей молитвы. В открытии принял участие митрополит Григорий, представители Министерства культуры Краснодарского края, духовенство города, студенты Екатеринодарской духовной семинарии и прихожане храмов. Открывая неделю православного кино, владыка Григорий отметил: «Сейчас православное кино тоже может проповедовать о Христе, страдавшем и воскресшем. И дай Бог, чтобы эти фильмы действительно касались ваших сердец. Одновременно прошу всех вас не только самим посмотреть, не только самим вдохновиться, но еще и другим людям рассказать о том, что такие фильмы есть». В ходе мероприятия с песнопениями выступил хор духовной семинарии. Неделю православного кино открыл фильм «Русский крест». Фильм о покаянии, обретении веры и духовном возрождении человека. «Прости, если я не умираю», — смог Иван проговорить. «Стыд свой знаю, грех свой знаю. Дальше время искупить». Есть такое понятие, есть такая пословица, что не стоит на Руси село без праведника. И вот фильм «Русский крест» — это как раз-таки фильм о таком праведнике, о праведнике нашем современном, современнике нашем. Наверное, таких людей, килик перекатных, очень много на Руси. И наше время, оно тоже вносит свои коррективы, но такие люди все равно есть, и они будут всегда в России. И поэтому неделя православного кино как раз-таки показывает, что вера наша жива, Россия наша жива, и вселяет надежду в будущее, в светлое будущее, в радостное будущее, с верой в Бога. Хотелось бы пожелать, чтобы как можно больше людей посетили фильмы православного кино, вот, поскольку они несут свет, доброту, надежду на светлое будущее, что Русь, святая Русь, она жива, она будет жить, она будет процветать. В течение нескольких дней будут показаны художественные, документальные фильмы, а также мультфильмы, в которых рассказывается об истории почитаемых святынь, духовных подвигах отдельных людей и целых народов, о великом даре крепкой веры и любви. Православное кино может привести человека к очень важным смыслам, может поделиться тем великим сокровищем, которым обладает православие, может помочь лучше понять традиции нашей православной веры, да и просто подтолкнуть к сопереживанию истории, к сочувствию друг к другу. Дай Бог, чтобы таких фильмов было больше, фильмов со смыслом, фильмов добрых, фильмов, которые будут вразумлять и исправлять нас. Неделя православного кино будет продолжаться, и всех вас, а также ваших родных, знакомых, близких призываю к тому, чтобы посетить эти добрые фильмы. Неделя православного кино проводится впервые. Проект будет полезен и церковным людям, и тем, кто только встает на путь воцерковления, кто только собирается познакомиться с таким содержательным явлением, как православное кино.